Вот именно теперь огненная земля хотя бы чуть-чуть стала быть похожей на огненную землю. Я не плачу, это просто дым. Как в пионерском лагере. Сейчас еще картошечки запечем. Только я ее не купил. Ну ладно, погорячился. Здесь на самом деле очень-очень поздно темнеет. И вот сейчас начало 10 вечера, а еще светло. Как спать в этой ситуации? Вот у меня один вопрос. Только остается сосисочки жарить.